Вот, смотрите, где я уже был. Привет! Вот здесь пилю, благо не капает, перетащил сюда утеплитель, который будет на потолок. Цемент уже тут. Ну, вот так работаем. У нас приезжает Виктор. И я, как обычно, еду в райцентр его встречать, потому что он с Черкас в райцентр приезжает, там маршрутки ходят через 20 минут постоянно. Вот. А с райцентра в село тут очень, очень редко. И, естественно, целую ночь лил дождь. У меня москвич вот здесь, где стоит. Ну, у меня, в принципе, проблем выезда еще не было отсюда. Здесь нормально, в принципе, едет. И я, если что, брал разгончик. И я всегда выезжал. Но сейчас размокло. Видите как? И я с разгончика вот тут уже выезжал. Вот тут уже, видите, как понесло это, занесло юзом аж туда. И вот я выезжал. И у меня удалось практически до верха, вон туда аж доехать. Там буквально не хватило у меня полметра. Если бы кто-то подтолкнул чуть-чуть. Вот, смотрите, где я уже был. Вон где были передние колеса, а задние были вот здесь. Тут уже вообще практически без вопросов. Ну, я так и не выехал. Вот такая картина. Чуть сам не упал. И Виктор ждет автобуса. Вот так нам сюда заезжать. С дорогой надо будет что-то в дальнейшем думать. Потому что это не дело. Наконец-то Виктор сам добрался уже на маршрутках. Потерял еще где-то полтора часа. Всем привет. Всем привет. И сегодня у нас что? Дождь был. Дождь был, да. Сегодня не пятница. Вот. Сегодня суббота. Вот только закончился дождь. Ну, когда ж прекратится? Нет возможности доделать. Тут не совсем как бы это было срочно. У нас вон там надо накрывать. Я уже вон там разуклоночку собираюсь пилить. Но в чем возникла проблема? Дожди пошли. Здесь же не накрыто ни рубероидом, ни этим. Вот. Только мастикой. А у нас вот здесь. Ну вот видите, после заливки и так далее, неровности есть, естественно, трещины. Хотя я их и промазал мастикой, уже второй раз не разбавленной. Но все равно оно ж не загерметизировало. Вот я эти бортики, все, естественно, цементным раствором вот везде заделал и промазал их. Тут как бы не должно протекать, но стены мокреют, вот дожди идут, вот тут чуть-чуть скапливается воды, потом не будет, тут еще будет чуть-чуть разуклоночка вот туда на сток и туда тоже. То есть тут будет как бы горбик, не будет скапливаться. Это мы все сделаем, просто еще ж не доделано, не накрыто. Вот. И дожди идут, и стена там мокреет. Мокреет вот в этом, вот этой части как раз. Вот эти трещины. И вот вода сюда просачивается туда. Она не сюда просачивается, она просачивается в профнастил туда, в нашу заливку. И там, похоже, стекает туда уже ниже. И с этой стороны просачивается. А тут тоже, вот видите. Вот. Сейчас сюда настелим вот такие, в принципе, треугольный лист один. Еще один. Вот, и по уголкам тоже вот так настелим. И, ну, за воротом, естественно, сюда. Вот, и это уже будет разуклоночка где-то миллиметров на 5. От центра туда на стоки. И потом, когда мы уже будем покрывать полностью это все дело рубероидом, здесь будет уровень чуть выше, никогда тут воды никакой не будет скапливаться. Сильнее. Подсуши все это дело. Сейчас Виктор подсушит.
гидроизоляция, вот она какая. Раскраиваем то, что нам надо. Вот разлинеяли, Виктор разрезает, чтобы была уклоночка у нас. Так, все. Еще один листик будет сюда. И тут у нас уже будет выше. Ну что, приклеим этот лист, а потом уже займемся. Влаги нету, ну все отлично. Ну что, сейчас, наверное, затянем мы профнастил, пока Виктор домой не уехал. Вот, весь. А потом я уже буду приваривать разуклоночку. И уже по времени посмотрим. Вроде на вечер еще и дождь обещают, но будет видно. Привет! Сегодня целый день вот такая мерзкая погода, ветер и мелкий дождь. То чуть-чуть прекратится, то чуть сильнее. Сейчас тоже оно идет. Но закончил я профнастилом накрывать. Так что крыша уже, можно сказать, накрыта. Вот, значит, запенил, видите, все стыки, чтобы туда по стенам вода не убегала. Сделал вот такие стоки. Вот. Их три. По краям два. И вот посередине тоже. Сюда будут вставлены трубы. Ну вот она лежит. Туда на раствор будет посажено. И вот третье. Значит, дальше мне осталось, вот видите, дождь, блин, сейчас объектив надо протереть. Значит, дальше заливка, прокладка в каждый паз профнастила по одной арматурине и заливка это все бетоном. Ну, потом дальше стяжечка и накрытие рубероидом. Настилать гидроизоляцию, она на бетонной основе, мы там чуть-чуть уже накрывали. Дождик не дает, когда вот такой мелкий дождик, что ж мы протерли, просушили, и тут он опять капает. Ну, это как стелить асфальт во время дождя. Поэтому надо, чтобы покрывать рубероидом, надо ждать, чтобы хотя бы пару дней была нормальная погода без дождя. Ну вот так, а тут он в пазаху у меня собирается водичка. Потому что, вот, если видно, видите, вот так. Там запенье, ну, не стекает. Но когда ее наберется больше пазов, она пойдет стекать туда. Но этих пазов же не будет.
они как раз не под уклон, это все же будет заливаться бетоном. Поэтому мне эти пазы только на данный момент играют роль, что там собирается водичка. Ну, дальше ж ничего не будет, все нормально. Дело к вечеру. Часы перевели, уже быстро темнеет. Похоже, на сегодня закончилось. Пойду монтировать влог. Смотрите трепанацию. Ну, пока!